директора центра или главного инженера. Подполковник Буров. Благодарю. Прямо по коридору. Отнесите в лабораторию, проследите, чтобы все правильно оформили. Здравствуйте. Я Алексей, руководитель этого научно-исследовательского центра. Спасибо, что приехали. Ваши работы в области детской психологии впечатляют. Поэтому прошу помощи именно у вас. А сколько времени прошло с момента первой встречи? 6 дней. И вы только сейчас ко мне обратились? Поначалу мы посчитали это лишним. Я подожду вас снаружи. Привет. Хороший мультфильм. В детстве я его часто смотрела. Какой интересный рисунок. Ты сама нарисовала? Это ты с мамой? Меня зовут Анна. А тебя как? Давай с тобой дружить. У меня для тебя есть кое-что интересное. Смотри. Эту куклу зовут Мэгги. И она умеет петь песни. Здорово, правда? Я так люблю куклы, у меня их целая комната. Но это моя самая любимая. И я хочу подарить ее тебе. Меня зовут Виктория. Виктория, какое красивое имя. Тебе нравится? Возьми. Держите ребенка в ужасных условиях. На ее руках свежие раны. Я знаю, куда мне следует позвонить. Пусть они с этим разберутся. Анна, Виктория не ребенок и даже не человек. Ее нашли в торговом центре неподалеку от Центрального парка. Ничего не помнит, кроме своего имени. Обследование показало, что она целиком состоит из смеси электронных и синтетических материалов, многие из которых нам неизвестны. Заключение на столе, можете ознакомиться. Каждый день этому существу необходим заряд батареи, иначе оно выключится. Это от него у нее ожоги на руках? Да. Увы, другого способа питать ее мы еще не придумали. Наши специалисты работают над этим. Анна, то, что вы видите, не ребенок. Это существо только имитирует боль, подчиняясь программе. По умственному развитию Виктория ничем не отличается от сверстников. Шпион, замаскированный под невинного ребенка, отличное прикрытие. По крайней мере, так думают наши спецслужбы. А что от меня-то нужно? Это существо считает себя ребенком. Ваша задача – подружиться с ним и выяснить, что оно такое. И самое главное, зачем оно здесь? Я не хочу этого делать.
Нужно, чтобы ты это сделала. Иначе ты не поправишься. Ты же хочешь поскорее выйти отсюда? Да. Ты молодец. Послушай, совсем скоро мы с тобой поедем куда-нибудь отдохнуть. А почему твои руки теплые, а мои холодные? Ты уникальна. Все люди уникальны. Ну, посмотри, у меня одно ухо больше оттопырено, чем другое. Видишь? Подполковник Буров, очистите, пожалуйста, помещение. Я детский психолог, и я здесь для того, чтобы... Вы знаете, что это? Да. Не вынуждайте меня применять силу. Очистите помещение. Послушай, сейчас дядя тебе задаст несколько вопросов. А я буду рядом, хорошо? Утром я выпил чашечку кофе и съел 2 бутерброда. А что ты ела на завтрак? Правильно. Ничего. Ты у нас не ешь, не пьешь. Тебе даже кровать не нужна. Ты не находишь это немного странным? Это потому, что я уникальна. Что Ай! Ты такое? Отпустите, мне больно! Отвечай мне, зачем ты здесь? Пожалуйста, не надо! Анна, Анна! Что у тебя в руке? Это мое! Дай! Что это такое? Что это? Товарищ полковник, это кукла Мэгги. У моей дочери такая же. Солнышко, пожалуйста, не плачь. Я никуда не уйду. Не уходи. А что такое мама? Мама. Мама это... Это тот, кто всегда заботится о тебе, кто всегда рядом, кто всегда-всегда любит тебя. Значит, ты моя мама? Да. Виктория, я сейчас уйду ненадолго. Ты чего? Ну, я же скоро вернусь.
Ты хочешь спать? Очень. А почему ты спишь, а я не сплю? Я тебе об этом расскажу завтра. Буров повредил ее зарядное устройство. Я знаю. Он специально это сделал. Не думаю. Без него она протянет не больше суток. Наши инженеры обещали починить их к завтрашнему обеду. Что с ней будет? Проведем ряд опытов, потом отправим в центральную лабораторию, где ее, скорее всего, разберут на части. Анна, мне нужно отлучиться ненадолго, а так как вы все равно остаетесь здесь, то я оставлю вам свой пропуск. Вы сможете заходить к девочке, когда захотите. Виктория, одевайся, мы уходим. Я выздоровела. Ты здорова. Я возьму игрушки. Нет времени. Давай скорее, пойдем. Ты думаешь, отсюда так просто сбежать? Я видела много детей. Виктория ничем не отличается от них. Она не протянет до следующего утра. По коридору вторая дверь направо. Лестница ведет наверх. До свидания! Надеюсь, вы поступаете верно. И я на это надеюсь.
я знаю, зачем я здесь. Зачем? Чтобы найти тебя, мама.